Тем же, кто рассчитывает найти решение в виде односторонней уступки одной из стран, взялся ответить российский президент. Его к этому подтолкнул вопрос японского журналиста, потребовавшего объяснить, с какой стати российские власти занимаются строительством инфраструктуры на островах, которые стали принадлежать Советскому Союзу, а позже России, после завершения Второй мировой войны. На этих территориях проживают такие же граждане Российской Федерации, как и все другие наши граждане, проживающие где угодно. Мы обязаны о них думать, обязаны думать о уровне их жизни. А официальная позиция Российской Федерации по заключению мирного договора хорошо известна. Вы добросовестно зачитали этот вопрос по бумаге. Я бы попросил вас передать тем, кто вам его продиктовал, следующее. Эта проблема досталась, не мы ее создали, она досталась нам из прошлого. И мы искренне хотим ее решить на приемлемых условиях для обеих сторон. Если вы хотите нам помочь, то это возможно. Нужно создавать условия доброжелательного друг к другу отношения и создания обстановки доверия. А если вы хотите помешать, что тоже возможно, то можете продолжать задавать жесткие прямые вопросы, на которые всегда будете получать такие же жесткие прямые ответы. Аригато.